Что это здорово для хоккея, для ветеранов, которых не забывают, для тех, кто еще играет, и для тех, кто уже закончил играть, их всегда приветствуют здесь. Ну, конечно, находясь на льду, ощущаешь состояние праздника, тем более идет очень серьезная борьба на льду, и каждый ветеран есть свой характер, они добились этого, и тут много легенд, и хочет показать, на что они способны. Я думаю, это очень хорошее мероприятие такое придумать, турнир легенд, когда все ветераны собираются вместе. Некоторые ветераны друг друга не видят по несколько там лет, а тут есть возможность пообщения и для здоровья турнир этот. Факт того, что да, как бы на открытии присутствует министр спорта, то, что приветственно телеграмму посылает Владимир Владимирович Путин, то, что мы имеем 75 СМИ в первый день, которые мы имеем, показывает, что вот идея угадана на 100%. И организаторов турнира, компанию ТН, как Федерацию Хоккея России, можно поздравить, в общем, с успешным продуктом. В данном случае мы работаем с людьми с компанией РМА, потому что, в общем, это уже многолетний опыт сотрудничества, которому, в общем-то, приносит свои плоды. И я очень люблю РМА и люблю ребят, потому что, ну, как бы это взрослые люди, которые осознанно делают свой выбор по поводу получения образования, да, и это люди, которые приходят сюда учиться, а не просто отбывать номер, как это бывает часто со студентами. Когда выходишь туда, вот, ощущаешь то, что действительно движение, атмосфера там, да? Но так как мы в организации в основном здесь, занимаемся внутренними вопросами, то безусловно движение здесь. Я думаю, менеджер это основное самое, без менеджера невозможно это, в принципе, будет сделать на высоком уровне. Функций слишком, не то что слишком много, их очень много, это распределение, группу встреч, группу координации, группу статистов. Извиняюсь. Алло. Сережа, ты главный, да? Не, я не главный. Я второстепенный. Как второстепенный? Расскажи, делаешь-то? Я пока не могу, ребят, давай попозже. Я с болельщиками работаю, можно так сказать. А еще я работаю по складу. Мы раскладываем подарки нашим гостям, ветеранам и детишкам. Посмотреть, как ветераны выходят, как общаются, как все. Это действительно, да, вот с первой до последней минуты, там, да, конечно, щадили, там более корректно играли, но все-таки выкладывались до конца. Характер у всех, так сказать, в общем-то, спортивный, все хотят победить, но, в общем-то, делали скидку где-то на возраст чей-то, кто-то помоложе, кто-то постарше, давали старшим поиграть, но, в общем-то, довольно-таки дружеская атмосфера была. Ну, естественно, никто проигрывать не хочет, в общем-то, мы расстроились, что ни одной игры не удалось выиграть на этом турнире. Кто-то радуется победе, поэтому, конечно, как спортсмены, мы, конечно, в каждой игре настраиваемся только на победу. Победитель Кубка Легенд 2011.